Нами летят. У нас квад, да. Че, контест мастера? Ну давай. Иди, вот тут чуваков. А, нет, не получится зажать. Суки. Меня так сами зажмут. Потихоньку с кайфом там, не? Ты убежал, все, окей. Убежал, скажешь, тоже. Позицию поменял просто. Окей. Позицию поменял, значит. Платина не убегает, да? Дал два шота вот здесь, типа, четверка. Меня кто-то должен был бы испекать. Проморгал. Я пошел на крышу. Че ты сказал? Обрыгал его или тебе сказал? Проморгал, сказал. Нет, ты же обрыгал. Да что ты сидел? Дуга. Больно мне. Я заметил. Я перебегаю дорогу. Это там кикон не было? В каком доме они? Четверки? Четверка вообще на улице где-то. Нет. Тройка, да. Не видно никого. А, понял. Где он? Кушать будут? В балконе был. Хорош. Хорошо. Нормально так. Держи. Упал. Сталин. Тоже нормально. Два мета на треке. Один снайпер. Грязный Стив. Окна где-то ломались там. Да, да, он резает на улице. А где именно? За домом. За каким? Где хая? Ты чё за... Ног один. Ой, как классно, пацаны, классно. Бля, ну тебе чё, школьник покусал тебя хоть? Ты чё? Ты плохо? Мне? Нет, мне наоборот хорошо. Это абсолютно адекватная реакция. Когда ты, в принципе, просто для пангера, смотрел. Для пангера, согласен. Нет. Для человека, который смотрел на файт, хотел поучаствовать, все кончилось. И это единственное, что у него осталось в понял. Душе, понимаешь? Понял. Аптечка на четверке есть. Если вдруг вас интересует, шестерка нужна кому-нибудь? Или восьмерка, или шестерка да. Играть? Да, о, надо. Восьмерку взял. Что надо? Компенсатор на СЛР-ку нужен? Да, мне нужен. Да. Слэш-хайдеры нужны? Нет. Я как понял, меня вообще обернули. Компенсатор взял на четверке флэш-хайдеры. И аптечка тут. При великим удовольствием начнем с компенсатора, как бы. На, вот возьми. Здесь в этом доме еще аптечка тут есть и флешхайдер. Я хочу компенсатор. Какой? Красивый. Какой компенсатор, Анаш? Я только что его взял. Взял. Восьмерка, шестерка на мне. Шестерка. Я подумал сначала, так что я одену. Шестерка, ребят, нашел шестерку. Восьмерка. Мне нужен. Да, в принципе, ничего не нужно. Не понял, шестерка что ли? Я не понял, почему мне с руками до сих пор не оторвали. Восьмерка есть. Понял, зажрались. Жопа нужна на СКС-ку, и чтобы все было с кайфом. С кайфом. СКС-ку.
С кайфом. С кайфом не буду. Да, ну, блин, у меня, по крайней мере, есть что-то стрелябельное, я с него стреляю. Мне это уже рад. Ну, типа, на самом деле, я вот последний раз, ну, с последнего раза я уже забыл, что здесь лута больше. Я прям играю, и клёво, да, клёво, что ты прям пушки быстрее нормальные находишь. Давай, погнали. Ну и зачем тебе эта маска? Какая? Из Mortal Kombat. Из Mortal Kombat. Это маска утюга. Это маска тени. Слушай, если я с головы сейчас бахну, понимаешь, как бы... Я будет два черепа. А если я с головы бахну, то... Снежок появится. А то есть вот так вот, да, это работает? А ты чего ожидал вообще? А ты чего ожидал на ранге? Вот этот... А, да? Я вообще ожидал, что вы сейчас бахнете. Прямо сюда сорвёмся, блин, я ожидал. Я поэтому выбежал, отошел со стороны снимать. А ты вышел, что ли, серьезно? Да я снимал. Ребята, я вас сфоткаю. Тачка? Я всегда с собой беру. Война идет. На зеточке можно, в принципе, подкатить и залупать. Да, да, мы же подкатили один раз на зеточке туда. Еще подкатим. Вон на скале перед нами прям. Убили. Да пусть лутать пойдет, пусть лутать. Сейчас лутать буду, сейчас лутать буду, да. Ща. Будет лутать, а мы его залупать. Где лутай? Ты. Насекомое. Там на горе прям челик вот здесь скачет. А чё он не лутает? Чё он других лутает? Он, по-моему, за горы лутает, он там пробегал же за горы. Я вижу другого, другой лутает. Двое других лутает на моей метке. Один хилец. Блин, можно было скинуться и убить. Сейчас и так скинемся. Давайте вы забайтесь, я буду здесь. Yes. Такой... Бежит лутать. Да, бежит лутать. Попасим? Блять. Вот. Моё. А, я дожрал еще, понял. Извини. А где друзья? На горе. С двумя шотами один. На мексике. Следующий, что ли? А, мы в опене поднимем. Да, да, она прям высокая, прям высокая. С кайфом. Высокая. Что-то я не дохнул. Я думал... Хорошо. Ладно, извините. Иди. Чего, не переживай. Пацаны, прикрываем. Да я не вижу. Подходим. В спине. Их нокают или что? Кого-то. Скорее всего, их на горе нокнули вроде. Да. Я вот здесь чел. Ну сзади челы идут, они нокнули. Да, и выканем здесь на метке. Нокнул. Одного ног. Все, долго у тебя все. У меня еще нет. Все? ХЕ мне кидал. Убил. Все, теперь все. Берильчиков тут нету случайно, ребят? Бля, меток не было на то, где противники находятся, и что-то какой-то тупёж произошел. Вот тут в трупе есть. Я нашел уже. Тупёж, это не здорово. А вертикалочки там нет? Нормально, тут толков залупать его делим. Ой. Извинись. Извини. У лохов тоже чувство есть.
Ты перед ними извинись, а не передо мной, балда. Ребята, извините меня, пожалуйста, если вы смотрите в данной ситуации PUBG Report. Я хотел бы лучшего. Слышь, лох, прости. Красава. Там дугар еще. Всего лишь игра, ребята, тут. Это что такое? Он здесь был. Куда иду? Только ты лутаешься или смотришь на типа? В сторону типа. А? Он красивый. Бля, у меня ГГ. У меня три лица порвало просто. Три? Трое, да. Трое. Калёный. Прикалённый. Один очень лох, ты очень лох. Я хилился, но. Упорю мне. А, хай на лицо летит уже. Okay. Он умел. Маги, ты пробуешь? Я сильно теку просто. Блять. Да нас. Под ногами. Я нокнул там одного, один остался. Реса сейчас будет своего. Да, вижу внизу, бегаю. Хорош. Спите, мак. Я хилю. Я бегу. Успеваю, все в порядке. Блин, вообще вот этого чела в упоре не ожидал никак. Нифига себе, такая гора какая-то вообще сумасшедшая. С одним подрались с другими. Это я сам, что ли? Чё? Все с этими СКСками. Где СЛР-ка? Дайте СЛР-ку. Ой. Здесь есть что, компенс, чуваки. Да, тут я много всего. Ну, вы брали какой-нибудь? Чё такое, кто ли у нас здесь ходит? Пацаны, у меня походу 5 минут. Найди. Блин, все на пятерку. А, нет, не все. Все дальние чуваки на семерках. Да вот у меня тут еще на семерках. Мне там говорят, у Озаса была СЛР-ка. Я забрал СЛР-ку. Понял. Алло. Что у тебя? Алло. А. У меня совсем все плохо. Все, ты не чай. Здесь восьмерка есть, ребят, если кому надо. Примерно в это время по одному кто идет. Это мой. Ай, господи. Примерно в это время у тебя постоянно что-то происходит? Угу. У тебя, может, типа, у этого, у провайдера обновляется это говно, они там переподключают, да, каждый день. Да, говорят, что у них заебись, это не у нас говно и воняет, так как говорится, они... Да, они ж пиздят постоянно. Да, я знаю. Но как их заставить не пиздеть, извиняюсь за выражение. Ну, типа, надо какой-нибудь другой найти, подключить, если есть возможность проверить. Это вот именно что, нормального у меня в городе ничего, кроме этого. С одной еще хуже. Или уже вообще нету даже. Понимаю. Единственное, что может быть другое, это мобильный какой-нибудь интернет. Спутниковый, что-нибудь типа того. Хз.
Так, что-то как-то дерьмовенько тут. На. А как он с двухшота с миникой в голову не мог? Извините меня, пожалуйста. Ребят, я не могу колесо попасть. Тут парни МК есть в дропе, можете забрать, если хотите. Блин, там зон уже идет, ладно. Так и Антон хоть взял бы? А, ну, а у тебя чё? У меня СКС. Гроза. Ты чё, вместо СЛР-ки или бы? ВЛМК там есть. Да? Да. Я ошибся. Извините. Нокнул одного там в кемпе. Один без головы. Бендиту Ностра, 31 месяц саба. Ностра, спасибо тебе огромное. 31 месяц саба. Жестко. Благодарю. Спасибо, что поддерживаешь сапкой. От души. Откидывайся на спин кресла и что-то перестали. Епой. Бегают по втором этаже, там в доме, в этом момент. Там ребятам на голову на 5 падает дроп. Air drop. Ну это улетать пойдут, я забыл. Ой, я у тебя я забыл. Ребята, мне дым надо готовить. Дуга. Ой, спасибо. Куда что-то хорошо. Мне прям в чан дали. Ой, там слева челочь. Слушайте, надо через дугары идти. Да, а ладно, вот идет. Да. Меня тут тут бегает, стреляет. Ну, по идее, можем тут играть. А зачем мы уходим вообще? Смотрите, мы же в центре зоны сидим. Там плохо, тут там со всех сторон будут стрелять. А тут же ЛГЛ. Там, где я был, не было очень плохо. Поймотку он шмаляет. Выше на холмике дал метку. Перк. Там камушек. В голову дал чуваку. Там еще правее где-то. На тройке люди. Ага, ты перебежал. Угу. Он продолжает бежать. Не вижу. Так, сюда тип забежал. Тройку. Я, возможно, ошибку делал, но я подсасываюсь кемпу. Не совсем прям в упор, но подсасываю. До подачи едет на зетке, на метке выехал. Надо было убивать его. На метке здесь, короче, щел. Да, блять, это прикольчик такой.
Я вообще не мог не попасть на то. На втором тоже нокнул. Щелочники, блять. Стреляет у меня в щелку. Я тебя сам твою щелку разъебу. Давай. Чел перебегает. Вот здесь он. Да, у него нокнул его. Он здесь на метке. Так, я под забор подошел. Я за тобой перебегаю. Дебил за зоной сидит, стреляет в меня. На метке один. На скале. Надо мной, дядь. Вижу на заборе. За забором, то есть. Слушай тебя. На метке чел. Каленый. Он дальше убежал? Да. Парень, я вообще никак не знаю, куда заехал. Одного нахнул. Слышу. Застал на метке где-то. Где, где? Краем глаза увидел. Под нами, наверное, где-то. Нет. Ой, куда? Наверное. Откуда? Он плохо. Никак. Откуда ты кидаешь ей? А, спине! Сольник. Понял, свинил меня, не заспринял, как я сорал. У вас, короче, тел будет вот здесь играть, сольник один. Лучший. Нормально, хоть киллов на фарме. На моей метке сольник, парни, у вас. Чекни мой камень. Да, он. За скалой. Блять, а у меня что-то патроны кончились. Купить. Ну не, у меня еще есть 60 запас. За скалой маки есть большой, да, вот это. И у вас еще вот здесь вот в этих постройках, не знаю, соло или дуо сидят. Их выжило. Ну этот сольник, он вообще смешно чел. Он в упоре у меня сидит, хлешку греет, кидает. Не исправит. Но он же убил тебя? Да. Ну что, пронзил? По идее, да. На метке будки тип. Дуг, я буду сидеть на встречку. Ты мне просто инфу подкидывай, а не на перебежке, я их поймаю. Тут сольник. Какого? У тебя. Он один. Точно сольник? Да, он один здесь. Он по деревом лежал, я смотрел. О. Он мне хей закинул. Прям... Хорош. Убил? И все, дуо осталось. Будки в одной будке. Прави, войди, дуго, он, по-моему, ресает. Ресать хочет. Где будка, сесть. Где будка, не понимаю. А за зоной? Да, за зоной. Да. Да вы типа до скал дойдете и все, и они в опене у вас будут. И никуда не спрячутся. Один к скалам бежит. Да. У тебя уже мальчик. Близко. А, это сольник там, походу. Тебя стреляют. Хорош. Под дугаром свой. Он соло остался, Майкич. Над дугаром. Справа. Ну, два слота в упоре за камнем у тебя. Ебать.
Бегает. Чупа. Это нежная хаешка прилетела. Нормально, зато я зафармил хилов. Один килл сделал, это катки, то слава богу. Семерочку. Один килл, погоди, это будет 39, что ли, за топ-то? По идее, да. Ну, должно быть, мы же первое место. Потому что наверное. Был ассист и топ-2 тогда. И 36 дали. А, блин, классная катка. Чуваки, 11 киллов, это прям очень мощно. 39, две помощи еще. Блин, серьезно? 39? Серьезно? Бля, ну я наколотил нормально. Какой 39? Что за херня? Так я приду на Мирамаре тоже наколотил, ебать. Нормально. Мне 39 дали все равно. Это нормально. Так и живем, так и играем. Эх. 26 килл. Ну, хорошая катка.